Здравствуйте, мы рады вас приветствовать на занятии в нашей студии Pilates Aquamarine. Сегодня вы вместе с нами проработаете косые мышцы вашего тела, а также научитесь правильно поднимать корпус, не напрягая мышцы шеи. Начинаем мы тренировки, как последних несколько. Вам уже знакомы эти движения. К началу коврика, пожалуйста. Возьмитесь руками за бедра и позвонок за позвонком опуститесь вниз. Ноги поставьте немного ближе, три точки опоры на каждой стопе. Затылок, лопатки и крестец лежат на полу. Хорошо, сделайте спокойный вдох, подготовьтесь к упражнению выдох. Расположите ладони под затылок, длинная шея все время, взгляд в потолок. И мы поднимаем корпус мышцами живота. Выдох вверх и вдох вниз, не выводя голову вперед, не напрягая мышцы шеи. Выдох вверх. Угу. И еще один раз, выдох вверх, и вверху стоп, маленькая пружинка. И выдох, и выдох, и выдох, и стоп. Опускаем корпус вниз. Поднимаем по одной ноге вверх. Одна, стоп, вторая, стоп, колени, прямой угол. Хорошо. Приподнимаем корпус вверх, выдох. И поднимаем точно так же взгляд вверх, в живот внутрь, выдох. Еще два раза. И выдох, и стоп. Теперь мы поворачиваем корпус и колени. Спина при этом не болтается на полу. И выдох, в центр, вдох. Выдох, в центр, вдох. Выдох, в центр, вдох. Выдох, усложняем. Вытягиваем ногу, выдох и вдох. Выдох и вдох. Выдох и вдох. Выдох и стоп. Добавим немножко нагрузки. Три раза, чуть быстрее. И раз, два, три. Стоп, держим. Живот застегнут, удерживаем. В другую сторону. Раз, два, три, стоп, держим, живот застегнут. Еще разочек. И раз, два, три, стоп, дыхание не задерживаем. И в другую сторону. Раз, два, три, стоп. Согнуть оба колена, поставить на пол и, отодвигая голову дальше от грудины, опуститься вниз. На сегодня все. Я надеюсь, вам понравилась наша тренировка. Вы почувствовали косые мышцы вашего тела. Мы ждем вас на следующих занятиях в нашей студии Пилатеса Аквамарин.